Госдума пересматривает механизм формирования потребительской корзины. Планируется включить больше мяса, овощей и фруктов за счет сокращения хлебобулочных изделий, макарон и круп. Помимо продовольственного набора, в перечень могут включить расходы на интернет. Ямал на втором месте после Москвы по использованию электронных услуг. 86% населения пользуются государственными и муниципальными онлайн-ресурсами. Лидирует департамент образования, более 65% заявлений о записи детей в школу поданы в электронном виде. Вступили в силу новые правила техосмотра. Теперь автомобилисты обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку. Новый регламент запрещает эксплуатировать машину при повреждениях усилителя руля. А при использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.